меня попросили оформить свадьбу. С этого все началось в конце прошлого года. И после этого я поняла, что нужно что-то думать. Творчество в жизни Арины Жилиной присутствовало всегда, но заниматься им основательно не было времени. Сначала замужество, потом рождение двоих детей. Лишь несколько месяцев назад, будучи в декрете, девушка задумалась об этом всерьез. Я узнала, что государство поддерживает малый бизнес. И пошла подавать документы. Было 330 тысяч. Приобретала я крупный сварочный аппарат, аппарат для загибания труб, газовый баллон, плоттер для резки бумаги. А также световое оборудование, цветы, шары, вазы для декорирования, дымомашину, машину для мыльных пузырей и не только. Все это Арина купила на полученные в рамках соцконтракта деньги. У меня очень большой спектр услуг, от гелевых шаров до свадеб. Я смело могу брать заказы, потому что у меня заказы. Если свадеб у нас не так много, очень много детских праздников. Гелевые шары практически каждые 3 дня поступает заказ. Кстати, соцконтракт – не единственная помощь от государства. Семья также получила единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка, а также региональный материнский капитал после рождения второго. Мы приобрели жилье на материнский капитал. Региональный капитал у нас еще в реализации. Мы еще пока думаем, что мы с ним сделаем. Но я думаю, нужно также куда-то в жилье. Напомним, 2024 объявили годом семьи. Сегодня помощь от государства в рамках президентского национального проекта «Демография» оказывается в большем объеме. Для Кабанского района предусмотрено финансирование на этот год порядка 20 миллионов рублей на 98 социальных контрактов. И с начала года мы уже заключили 62 социального контракта. Так, жители района, заключив социальный контракт, трудоустраивались в различные организации, занимались разведением личного подсобного хозяйства, открывали собственное дело. По данным Минсоцзащиты Бурятии, в прошлом году 2039 жителей республики воспользовались социальным контрактом. Всего им выплатили более 400 миллионов рублей, только в Кабанском районе заключили 133 соцконтракта. Мариам Восконян, Артур Звержевич, телекомпания АТВ, Кабанский район.